Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас, как обычно, обалденнейший коллекционер на английском сервере и куча донатных плюх. Качнул я розу. Обзорчик на нее вы увидите, нереально. Посмотрите, что здесь. За бочку вы получаете 40к кгшек. За бочку, ребят. Чтобы получить бочку, ну, я вам так просто, к примеру, сейчас покажу. Заходите, ролл за значки почета. Вот, бочка. Все. Потратили мы 5 секунд, и мы получили 40 кгшек. Что скажете на это, ребят? Просто нереально круто, как по мне. Просто крутейшие. Коля здесь, и он причем меняется, были разные плюшки, ну, в общем, кайф, красавчики. Поехали по донатным, потом попробуем еще поролить. Пробежимся здесь, позабираем, пособираем наши плюшки. Ну, нереально круто все. Так, карты. Короче, куча ложных выпадов дают. А у нас сундук забит. Забрали. Обалденная акция, только надо под нее монетки копить. 200 штук накопить надо будет, и можно будет штуку получить на прокачку какого-то героя. Опять ложный. Короче, они издеваются над нами. Ну, как видите, расходных материалов дофигища. Так, это за вход сегодня. Так, за уборку. Гифты забрали, point, get prizes. Давайте зайдем сюда. Также есть алхимик, сейчас посмотрим, что там интересного продают алхимики. Так, это за смены, понятно. Бинго, неинтересно, давайте в алхимика. Это затрата. Короче, как обычно, куча всякой дичи. Так, а что у нас есть? Скелетика. Ну, короче, тут вообще ничего интересного не меняет. Они забили на это болт, и в принципе правильно. Зачем им это все, если у них есть куча плюх с рынка? Такс. Интересно мне, кстати, я сегодня там забрал плюшки. Это что у нас, лабиринт? Надо будет подкопить, побегать дальше. Вот эти плюшки пооткрывать. Сейчас посмотрим, что у нас тут по эмблемкам повыпадает. Так, воодушка восьмая. Две ремочки восьмых. Неплохо. Раскол. Еще один. Опять же ремка восьмая. Неплохо. Эмблемки, смотрите. Я вам скажу, очень-очень даже ничего. Сейчас посмотрим, что у меня там по седьмым ремкам творится вообще на аккаунте. Так, 1500, 660. Еще бонусные там давали плюхи. Так, понятно. Что у нас по пятым сундучкам? Пока не открываю, чтобы забрать плюшки оттуда. Ну, хватает. В общем, добра хватает. Так, это обычный психощит. Психощит. Тоже неплохо. Такс. Эмблемки, да? Где мой склад? Что у нас делается по седьмым? 32. По шестым 2. По пятым 34. По восьмым 41. Еще 1500, ребят, есть. Не знаю, это, конечно, жестко. Так, по итемах скупаем то, что нам интересно, как обычно.
Тут надо тратить куда-то эти... Ой. Зря я скупил, мне оно не надо. Тратить ордена, потому что их и так изобилие и... Лучше забирать вот эти вот плюхи. Так, окей. Ну что, поехали, попробуем поиграться в Колю. Вечерний, ребятушки, стоячок. У нас есть акция. А, нету сегодня, нету по 1500, к сожалению. Поехали, размочим. Что там у меня, 7500? Нормально. 7,5 лямов. Махатма сразу же, обалдеть. Санта-бум, Кинди-кейн. Блин, мне бы Лазуликса просто выбить, и все. Я был бы очень доволен. Но вряд ли меня сейчас так подгонят. Дракос. Пара Санта-бум. Блин, нам деда, по-моему, уж не хватает на десяточке. Надо, кстати, зайти на десятку. Дракула. Ну, смотрите, как под коллекционера реально падают герои. Афина. Пикси. Дракула купит. Чемпион. Кенди. Ну там, где Кенди, там и Лазуля где-то должен быть недалеко. Скул Кнайт. Пампкин Дюк. Ничего себе. Седнушку выбили. Ой, эту Химку. Рогатка. Дрейк. Неплохо, неплохо. 25к мы потратили, и что у нас получается? 7.15 всего. Да. Да, из-за Асурика, смотрите, топовые плюхи дают. Имхотеп. Ну, на 30к, в принципе, неплохо. Так, Триантик, Медузка, фу-фу-фу, ребят, знаете, это как почти мы получили бинго, блин, еще бы одного призрачного, было бы вообще эпично, ну и так прикольно. Дракос, Триант. Еще одна Махатма. Ну, 40к. В принципе, две мохнатки. Афинка там проскакивала. Конечно, много магазинов и героев, но я считаю, более чем достойно. Так, ну этих друзей можно уже за бесплатку получить. Паладин. Ну, паладин — это мега имба. Ну что, как думает Медуза, еще одна собрали мы. Скул Кнайт. Блин, да падают герои. Пара Заклинательница. Заклинательница, конечно, вылазит как космо. Друид. И вот того у нас получилось, ребят. 50к у нас ушло. И что у нас получилось? 14-15. Ну, где-то в среднем 50к на коллекционера. Ни много и ни мало. Так, добиваем этого слизня. Там. Все, есть. Отлично. Ну, видите, Лазуля этого не словили, но... Ну, неплохо. Я считаю, очень-очень неплохие плюхи мы получили.
Вот так вот. Пишите комменты, лайки, репостики. Ждите новых видосиков. Роллинг, в принципе, получился довольно-таки неплохой у нас. Посмотрим, что же будет все-таки в обнове. Все, всем удачи, всем пока.